Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, братья и сестры, всех приветствую в северной столице, с берегов Невы, Санкт-Петербурга. Здесь вы сзади меня видите, сейчас Исаакиевский собор. Передо мной вот колонна и Зимний дворец, Эрмитаж ныне, музей. Слава Богу! Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Спасибо всем огромное за тоже и участие в служении моем, в поездках. Вот. И сегодня молитвенно здесь, в Петербурге, благословляю северную столицу. Благословляю сейчас и молюсь о духовном пробуждении России во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас. Аллилуйя. Господь благослови Петербург. Здесь пусть на берегах Невы прославляется имя Иисуса Христа непрестанно. Город реформации. Аллилуйя. Слава Богу. Здесь начиналось православное обновленческое движение. Здесь оно зарождалось уже больше 100 лет тому назад. Вот. И верю, что здесь будет и новое начало такого движения православно-обновленческого. Кстати, вот тот собор, я уже говорил об этом не раз на видео последних этих, Исаакиевский собор сзади меня, да, то этот собор в 20-е годы был символом реформации как раз православной церкви. Особенно, когда там был настоятелем Александр Боярский, один из выдающихся тогда церковных деятелей в России, Российской империи, и потом уже бывшей Российской империи. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя.